Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения фербингов в игре Ferbi Connect. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, какой же интересный у нас появится фербинг вот этого интересного яйца серебряного уровня. Итак, посмотрите, какое забавное яйцо и какой же фербинг из него вылупится. Очень интересно. Итак, давайте-ка, друзья, разбиваем, 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 разбиваем. Да, да, да. Ой, посмотрите, какой замечательный малыш вылупился. Ой. Бедняжечка испугался. Давайте-ка мы его вот так погладим хорошенько. Здорово. Ой, какой чудесный, какой милый. Очень хорошо. Ну что, малыш, пошли мы тебя покормим. Ой, ага, это, друзья, Фербинг рыцарь. Смотрите, у него щит какой забавный. Ничего себе. Ага, вот как получается Фербинг рыцарь. Ну что, давайте-ка позовем наших Фербингов. Пусть поприветствует своего нового приятеля. Да, здорово, дружище. Дай 5. Давай-ка мы тебе поприветствуем. Вот так. Отлично, друзья. Ну что, давайте-ка покормим вот этого малыша. Итак, малыш, что будешь кушать? Давайте-ка мы его покормим. И он хочет рыбку. Ну, хочешь рыбку? Нет вопросов. Дадим-ка мы ему рыбку. Только где она спряталась? Давайте-ка мы, друзья, поищем. Ага, вот есть у нас вот эта рыбка. Кушай. Очень вкусная. Ой, да-да-да, прямо аж говорит ням-ням. Хорошо, еще просит шоколадного батончика. Ну, давайте-ка мы поищем, где он спрятался. Этот шоколадный батончик, где-то у нас они должны быть. Итак, ищем, ищем. Так, это была шоколадка, но не та. Вот. Появился вот этот шоколадный батончик. Далее пусть малыш покушает. И да-да, друзья, у нас получилось. Наш малыш переходит на второй уровень. И сейчас должен вырастить вот такую вот интересную антенку. Ну, давай-ка, малыш, постарайся. И да, получилось, здорово. Друзья, и у нас должен появиться какой-то приз. Ага, смотрите, у него какой-то забавный талант. И талант у него мясоед. Способности пока закрыты. Но ничего, давайте-ка пока собираем. Вот. Ага, вот 20 пунктов яиц у нас. Жидкость для полоскания рта, грязевая маска и свеча. Очень много всяких бонусов скопилось. И мы, друзья, продолжаем собирать бонусы. Вот видите, какие наши фербинги молодцы. Очень много всяких интересностей насобирали. А мы продолжаем собирать. Вот смотрите, сколько всего интересного нам клуб вечеринок поприносил. 4 фербинга у нас работает, добывает ресурсы. Кроме того, друзья, он у нас уже развит к максимальному 4 уровню. И в этом клубе 4 фербинга могут добывать ресурсы. И вот так, да-да, друзья, все у нас получилось. Итак, полностью активировали, полностью вот собрали ресурсы. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, отправим вот этих фербингов, пусть добывает ресурсы, кто не задействован. Вот, смотрите, о, чудесно, друзья. А как насчет тебя, малыш, давай-ка посмотрим. Вот, хорошо, отлично, вот. А что это у нас за малыш с китайскими фонариками? Тоже мы отправили его на работу. Итак, 3 фербинга работает. 4-й приболел. А как насчет тебя, малыш? Давайте-ка мы вот этого малыша проверим. В состоянии ли он работать или он приболел? Так, что-то он не в состоянии, друзья. Так, а как насчет тебя? Да, эти фербинги у нас тоже приболели. Вот видите, друзья, их надо лечить. Где-то тут был... А как насчет тебя, малыш? Ага. Ой-ой-ой, тоже приболел. Ну что, друзья, давайте-ка мы пока пособираем бонусы вот здесь, в клубе рыбной ловли. А тогда уже дальше займемся лечением фербингов. Так, собираем, собираем. Смотрите, какие прикольные бонусы. И ножницы, и свеча. А вот этот фербинг что нам принесет? 5 пунктов яиц, спрей от насекомых, маска для сна. Очень здорово, сушилка. Замечательно, замечательно. А здесь что у нас? 5 пунктов яиц, губка, полотенце. Очень здорово, друзья, плюс еще прививка. Ой-ой-ой, что-то вот эти все фербинги у нас грустные, кроме вот этого. Давайте-ка мы его сразу же пошлем добывать ресурсы. Итак. Вот, а этот, по-моему, неплохо. Нет, нужно тоже, друзья, нужно тоже его лечить. А вот этот, видите, друзья, в хорошем состоянии. Так. Так, что у нас? Ага, 2 фербинга занялись рыбной ловлей. А как насчет тебя, малыш? И вот этот фербинг тоже пошел заниматься рыбной ловлей. Остальных
Друзья, надо либо лечить, либо кормить. А как насчет тебя, малыш? Давайте-ка проверим. Так, что тебе нужно? Кормить, либо купать? Давайте-ка проверим. Так, нужно его покупать. Ну, давайте, друзья, попробуем его почистить. Это у нас Фербинг роллер 7-го уровня. Должен перейти на 8-й. Вот, давайте-ка мы потрем его вот этим кремом. Вот так, замечательно, хорошо чистим, чистим, трем, трем, трем. Очень хорошо, друзья. Возможно, у нас получится перейти на новый уровень. Ага, нужна еще щетка. Вот, держи, малыш, почистим зубки вот так. Отлично. Кроме того, еще нужна пилочка для ногтей. Давайте-ка мы ее поищем. Вот, есть. Правда, только одна. На других фербрингов ее уже не хватит. Кроме того, еще нужен валик для чистки шерсти. Давайте-ка посмотрим, где он может быть. Вот он, есть. Есть у нас двое штук. Можно будет использовать еще на каком-то фербинге. Ну вот, друзья, еще осталось только его покупать из лейки. И наш фербинг будет чист и здоров. Вот, по-моему, вот эта лейка. Вот так. Хорошо. Замечательно. Очень здорово. Очень симпатично. И еще какой-то вот такой вот распылитель нужен. Давайте-ка мы его поищем. Где он может быть спрятаться? Вот он, есть, есть. Ого, целых 22 штуки у нас вот этих распылителей есть. То есть можно пользоваться. Ну, есть много их наличий. Вот так. Здорово, друзья. Итак, вылечили Фербинга роллера. Ну, а теперь, друзья, давайте-ка отправим его собирать ресурсы. Итак, клуб рыбной ловли у нас весь задействован, друзья. Вот видите, клуб рыбалки. 4 фербинга добывают ресурсы. Очень здорово. А мы, друзья, давайте-ка перейдем вот этим фербингом-авиатором. Вот, летает под облаками, собирает ресурсы. Очень молодцы. И мы дальше развиваем нашу волшебную страну фербингов. Вот такая вот замечательная, чудесная. Осталось нам вырастить еще несколько фербингов, 2 фербинга, и мы сможем улучшить клуб полетов. Ну, а пока, друзья, собираем ресурсы. Вот так. Здорово, здорово. Смотрите, сколько всяких интересностей мы насобирали. Отлично. Ну, а сейчас давайте-ка мы отправим вот этого фербинга. Нет, не можем. Он приболел. А как насчет тебя? А вот этот у нас здоров. И вот этот здоров. Вот, замечательно. Итак, они полетят сейчас добывать ресурсы, а мы пока подлечим вот этого фербинга. Вернее, его нужно накормить. Итак, вы видите, на заднем плане фербинги улетают, оставляют нашего малыша. Но ничего, сейчас мы его накормим и тоже пошлем добывать ресурсы. Итак, ему нужна газировка какая-то необычная со стрелочкой. Вот она. Да, замечательно. Кроме того, еще какой-то ресурс нужен. Ага, вот такой вот забавный гамбургер. Давайте-ка мы его поищем, где он может спрятаться. Итак, ищем, 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 ищем. Где же ты есть? Вот он, есть. Есть 4 таких гамбургера, друзья. Можно пока их кормить. Еще хватит на всех ферблингов. Отлично, отлично, отлично. И наш ферблинг выздоровел, вернее, накормлен. Ну и теперь мы можем его послать добывать ресурсы. Вот так. Отлично. Здорово. И где-то, друзья, один ферблинг у нас пропал. Давай-ка, малыш, вернись, вернись, мы все простим. Давай-ка, верни, вернись, вернись, вернись. Давайте-ка мы, друзья, вот, ага, почему-то не сел наш фербинг вот добывать ресурсы, почему непонятно. Давайте-ка мы его тоже покормим. О, возможно, друзья, мы перейдем еще на 8-й уровень. Итак, давайте-ка дадим ему перчик. Нужен перец, перец, перец. Ищем, ищем, ищем. Где же наш перец? Вот он. Да, здорово, друзья, все у нас получилось. Очень хорошо. Так, Анна, сейчас давайте-ка еще что-то вкусненькое дадим нашему фермингу. Нужен банан. Нужен банан. Давайте-ка мы почистим, поищем банана. Где же у нас банан? Ищем, ищем банан, друзья. Где же он есть? Вот, вот есть банан, друзья. Вот так. Вот, очень хорошо, очень здорово, замечательно, друзья. Кроме того, еще нужны вот эти трусы. Отлично, вот так. Как ни удивительно, накормили трусами вот этого фербинга. Вот так как-то получилось. И еще нужно вот такой вот
то ли мясная похлебка, то ли суп, непонятное какое-то блюдо. Ну, давайте-ка попробуем покормить. Итак, вот оно, вот оно, вот это блюдо. Так, кушай, кушай, малыш. Так, ну полностью мы еще его не накормили. Он еще просит у нас кусочек пиццы. Ну, давайте-ка поищем, где же у нас пицца. Кусочек пиццы, где нам бы тебе ее найти? Ну, сейчас поищем, 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 смотрим. Вот, вот есть, друзья. Вот так. Да, замечательно, очень хорошо покормили пиццей нашего малыша. Ох, какая острая, либо горячая. И еще он просит шоколадного кексика. Ну, сейчас я где-то видел. Было у нас большое множество всяких шоколадных кексиков. Так, вот, есть вот такой вот забавный кексик шоколадный. Ну и вот, наконец, накормили мы нашего Фербинга. Интересно, получится ли перейти на 8-й уровень? Нет, к сожалению, друзья, не удалось перейти. Но мы можем погладить, вот так поднять настроение нашему Фербингу. И включить супер бонус. Смотрите, вот такой вот забавный бонус. Замораживает все, еще идет снег и ледяные глыбы падают с неба. Отлично, друзья. Итак, отправили нашего Фербинга добывать ресурсы на вот этом чудесном воздушном корабле. Хорошо. Итак, посмотрим-ка, друзья, что у нас здесь делается. Смотрите, смотрим, 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 смотрим. Так, друзья, давайте-ка посмотрим, что тут еще у нас. Вот сюда нам нужен еще один фербинг. А ну-ка посмотрим. Вот этого фербинга, по-моему, он... нет. Нужен еще один фербинг, чтобы добывать ресурс. А как насчет тебя, малыш? Давайте-ка посмотрим вот этого вот малыша, малыша, давайте-ка. Вот, здорово, вот, отлично. Итак, вот все 4 фербинга у нас активированы, будут добывать ресурсы. А где-то он пропал? Где же он пропал? Куда он убежал? Так, что-то вот этот фербинг какой-то грустный. Вот, давайте-ка посмотрим. Да, он тоже не готов собирать ресурсы. Хорошо, и этот не готов. Так, а где же тот фербинг? Непонятно где, но где-то пропал. Так, ой-ой-ой. Вот, непонятно, друзья. Мы же здесь фербинга подлечили, отправили добивать ресурсы, а почему-то он не улетел. Так, что тебе, малыш, нужно? Так, ну давайте-ка покормим вот этого фербинга пока. Прыгучего фербинга. Очень хорошо. Так, держи чашечку кофе, либо чая. Отлично. Ой, только очень горячий. Ну, как-то вот так. Еще кусочек лайма. Ну, давайте-ка дадим еще кусочек лайма. Сейчас мы его поищем. Вот, здорово. Кушай, малыш. Очень хорошо, очень здорово. Замечательно. Кроме того, давайте-ка, друзья, еще ему дадим вот эти тесты. Так, где же они? Где же они? Давайте-ка. Ой, ой, не то, не то. Почему-то не то выпало, что хотелось. Ну, пусть уже будет вот так. Так, ну здорово, здорово. Накормили мы вот этого прыгучего фербинга. Ну а сейчас давайте-ка, друзья, отправим его добывать ресурсы. Ну уж я что-то не понял. Мы только его накормили, а он уже опять что-то бузит. Не хочет добывать ресурсы. Это прямо беда, друзья. Так, ну, какой-то фермер прибежал и улетел на нашем воздушном шаре. Друзья, вы видели? Очень-очень оригинально получилось, конечно. Ну, а пока, друзья, давайте-ка дальше собирать бонусы. Посмотрим, что здесь. Интересно. Итак, 5 пунктов яиц. Жесткая щетка, шампунь, гель для душа. А здесь у нас что? Давайте-ка посмотрим. Так, вот. А ты, малыш, иди дальше собирай ресурсы. Ой, извините, извините, извините. А мы пока, друзья, здесь пособираем все ресурсы. Вот, смотрите, 7 пунктов яиц, ничего себе. И все? Как ни удивительно, но да, почему-то все. Отлично, отправили дальше собирать ресурсы. А мы пока посмотрим. Ой, а что это было? Какое-то видео было интересное, друзья. Так, вот, здорово, собираем, собираем, собираем. Отлично, а здесь у нас что? Хорошо. Отлично. Так, дальше собираем, собираем, собираем. Вот так вот. Ой, сколько всяких интересных бонусов. Отлично. А здесь что у нас? Вот шоколадный кекс. 5 пунктов яиц.
Лечебная мазь, нижнее белье. Очень здорово, очень здорово. Так, продолжаем собирать, друзья. Посмотрим, что здесь интересного у нас. Так, ну-ка давайте... Ой-ой-ой, извини, малыш. Вот пока отправляем собирать ресурсы. И вот этого тоже. А как насчет тебя, малыш? А этот фербинг у нас приболел. Вот, здорово. Ой-ой-ой-ой. Почему же не получается собрать вот здесь ресурсы, друзья? Вот так. Ну, что же такое, ну? Вот так, пробуем собрать. И не получается. Нет, получилось, друзья. 5 пунктов яиц. Всякий массажер для головы. Ой, смотрите, сколько интересных всяких бонусов. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас вот эти малыши. Вот, смотрите, готовы собирать ресурсы. Очень приятно. А как насчет тебя, малыш? Вот, тоже, друзья, отправился собирать ресурсы. Здорово. Итак, все ферблинги у нас в пределе. Отлично. Здесь тоже у нас собираются ресурсы. Замечательно, замечательно. Так, вот только вот здесь мы еще не пособирали. Так, 5 пунктов яиц, шампунь, лейка для душа, шланг. Здорово, здорово. Так, здесь мы собирали, не собирали. Нет, здесь мы тоже еще не собирали сегодня. Возле дерева. Хорошо. Итак, добываем ресурсы. Вишня. 7 пунктов яиц. Ну, что скажу, друзья, неплохо, неплохо. Итак, дальше собираем ресурсы. И здесь тоже. Итак, друзья, сегодня все хорошо. Все фербинги у нас в пределе. А сейчас давайте-ка заложим еще какое-то яйцо в инкубатор. Итак, друзья, смотрите, сколько у нас разных яиц в инкубаторе. Пожалуйста, пишите, какое хотите вы яичко, чтобы мы заложили в инкубатор. И мы его заложим. Ну, а сегодня, друзья, давайте-ка заложим вот такое вот жуткое черное яйцо. Вот, здорово. Итак, в следующем видео вы посмотрите, какой же фербинг вылупится из этого яйца. Также, друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну и смотрите другие приключения при фербингах в плейлистах. В конце видео будет ссылочка. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч!